Солнечный день, и мы приехали гулять в национальный парк. Я просто в шоке, как будто бы ковровая дорожка из травы перед нами. И я понимаю, что сейчас все ездовики облизываются, представляя себя здесь на картах и велосипедах. Ну, на самом деле очень круто, и никакой грязи, ничего не хлюпает. В общем, я надеюсь, что теперь это будет наше место для прогулок. У нас фотосессия с Хосями, очень красиво, немного похоже даже, наверное, на Тоскану напоминает. Кто-то с Хосями гуляет, а кто-то вот лам выгуливает. Или кто это? Или это альпаки, наверное. Мне даже ничего не хочется комментировать. Альпаки пришли к нам. Хотели бы на прогулку с такими альпаками пойти? Нет, а вы не пойдете. Ай, тянут меня, не дают снять. Пошли. Куда вы меня тянули? Не слишком мы внушаем доверие овцам. Хотя много людей гуляют с собаками, но вот почему-то хоси вызывают подозрения. Ловец, в принципе, верный. Сегодня немного другое освещение. Мы приехали вечером, а в этот же национальный парк, что и вчера. Ну, хотелось посмотреть, как он выглядит при другом освещении. Приближенные к императору у нас на рулетке. Но давай, иди, сейчас наступлю на тебя. Вот, но я их на самом деле меняю. Ту Миюшу отпускаю, ту Нолу. У меня только одна рулетка. Нету второй. Миюш, ты там решила идти? Пошли скорей. Иди сюда. Ага. Зверину собак случился. Давай, Мия, беги, 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 беги. Нет. Главное запустить их по правильной орбите. Ай, мне голова сейчас закружится. Дождаться заката сегодня, хотя это, наверное, еще часа два. Мы будем ходить с места на место, ждать, что делать. Идите.
нашли себе занятие. Я решила посидеть немного на старом дереве, которое свалилось. Делаем фотку и поедем назад. Даже не такие грязные, как я думала. Мы проехали. Нет, ждем. Проехались на велике, поднялись на холм. Нет, ждем. И вот с таким прекрасным видом можно. Оси едят консерву с водой. У нас сегодня попытка потренироваться. Не знаю. Очень сильный туман. Ой. Ёлки-палки. Что-то я забываю, что здесь всегда так быстро получается. Страшно. Мне страшно. Сегодня уже чувствуется, что погода портится. Но пока еще сухо. Еще пока дожди не начались. И поэтому мы используем этот шанс и гуляем. Дымчатый день сегодня с такими тучами. Очень живописными. Погода, но ужасный ветер и тепло. Короче, только собаки радуются этой холодной погоде, этот ветер, и прям все в удовольствие. А я уже замерзла и хочу домой. Красивые здесь виды очень, но я уже просто вся. Не могу, уже все холодно.